Так мы находимся на последнем, как сказать, на финишном этапе. Радашем, сейчас закончим Масехет Сука. Нунвав Амуд Бет, дошли до двухточий, Бирга. Значит, в Мишне была написана такая вещь, что делали три кнаса, три, как по-русски называется? Штрафа, которые штрафовали Мишмерет Бирга. Как назывался Мишмерет, мы перевели слово? А? Смена. Значит, почему арестовали, сейчас будем разбирать, но какие три? Почему арестовали, сейчас видим, какие три штрафа арестовали. Первый штраф, что она всегда делит на даром. Всегда делит, когда там есть дережка хлеба и так далее, всякие вещи, они делают на даром. То есть на юге, а не на севере, даже когда заходят. Потому что это как бы унизит их. Что их табат ква, что такое табат ква, что их как называется. Вот это вот там были такие полу... Кольца такие, которые, как называется, которые бы животных при это самой, к земле. Прижимали. Да, так они, у каждого была она на одной стороне на шарнире, а другой стороны, соответственно, можно было при как-то зацепить, не знаю, как-то причеплить. То есть клали животное и так-то закрывали его этим самым. То есть клали животное, голову прикрепляли его этим кольцом. Прижимали. Прижимали. А у них было кольцо, которое прижатое постоянно, так его невозможно было использовать. Почему так? Чтобы они были постоянно пользоваться чужими. Это как бы тоже их унижение. И последняя вещь, что их отсатму халон. То есть там были такие ниши, где хранили ножи, которыми пользовались, соответственно, коаним, мы их тоже это самое закрыли, замуровали ее. То ниши, чтобы они не пользовались. А сейчас мы разбираем Мальце, Тан Рабон, учили в Брайте. Масеби Мирьям Бат Бильга. Была такая девушка Мирьям, звали ее из дома Бильги, то есть она была дочка одного из коаним там собрана. Шеймира Дата, она, как называется по-русски? Она явна, не знаю, как по-русски сказать. Как по-русски называется? Сменила религию? Веросповедание. А? Сменила вероисповедание. О. Валхава несет лесардиот хадми малхе иваним. И вышла замуж одного там, не знаю кого. Полковника, не полковника, не знаю, как переводится. Какого-то офицера, судя по смыслу. Из царей иванских, из этих греческих царей, когда были цари. То есть они насу иваним лаихали. Когда греки победили временно, и зашли в храм, а и там вейтед бы сандала аль габе мизбеах. Она тоже пошла туда и стукала каблуком по этому самому пожертвеннику в Амра и сказала лукус, 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 это на греческом. Лукус это волк на греческом, оказывается, так Раши объясняет. Адматая там и халему мунаншали строил в иатау мет алейхем беша садхак. До какого времени ты, как сказать, кончаешь, не знаю, как называется, уничтожаешь имущество евреев, и не помогаешь им, когда им тяжело. Что такое? Каждый день приносить тебе жертву, 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 это куча денег. Ты им не помогаешь. Значит, потом, когда, соответственно, этих самых греков победили, это было, называется, Ханука была, Шишаму Хахамим и Давар, когда услышали про эту историю мудрецы, Каву Эдмтабаата, наказали всю Мишмару, хотя это была одна девушка, Хабука, то есть, не знаю, женщина, не знаю, как ее назвать, штрафанули всю мишмару, всю, как называется, все это самое. Высотмой слухалуна, то есть это самое, это кольцо ее присрабили, сатмой халуна, замаровали эту нишу, где сам вешаем время. Значит, это было, примеру, есть это первое мнение, по какой причине их штрафанули. Второе мнение, вешаем время, мишмартошу галаво, что это смена, она задержалась, что значит, должны прийти перед шаббатом, чтобы начать работать шаббат. Они задержались, понимаешь, и пришли в Йом-Ришон. Сказали, ну не успели, ну не смогла. В них нас Ешувава Хивы Мовы Шемеш Тахтав. Ешував, которая была, Мишмерет, которая до него, предыдущая, она продолжала работать, потому что было делать. Те не пришли, так они продолжили работать. Афаль пишет Шхенери Шем Лони Стакру. Несмотря на то, что обычно мы говорим, что соседи негодяев, они не заработают, как бы не... Получает выгоду того, что они соседи негодяев. Наоборот, написано «Оль Раша, Оль Шхино». Плохо самому негодяю, плохо его соседу, потому что чаще всего, как сказать, бывает всякий пронут. «Шхиней бельга не стакру», а соседи бельги этой смены, они таки да. То есть Ишоевов, которые предыдущая смена, они таки да, получили выгоду лама. Почему так? Потому что бельга лолям холякит бедаром. Бельга все время делится на юге, даже когда она заходит. Получается, что Ешива Вахиев, его брат Ишоев, то есть предыдущая смена, Бацафон, даже когда они выходят, она предыдущая, она всегда на севере. Почему? Потому что, так сказать, эта на юге должна быть другая на севере. Получается, что и Шраф, и когда они заходят на севере, делят, как все остальные.
Когда она выходит тоже на севере, потому что это не берега, а берега на юге, значит, они на севере. То есть есть две причины, почему их штрафанули. Спрашивает Мара. Бишлема Лемандомер, Мишмаройса Шугалаво. Есть, сказать, что причина, по которой штрафанули, потому что они задержались. Задержались — это вещь, которая, значит, это как бы показывает, что вся Мишмара для них работает, вещь, которая не очень важна. Почему? Ты видишь, что они, как сказать, они задержались и не приходят. А сколько так, понятно, почему, как сказать, почему их наказали, штрафанули. Айну доконсинули кули мишмар, поэтому арестовали, поэтому штрафанули всю смену, всю эту семью штрафанули. Эля лемандомар Мирьям байс Билга, Шеймира Досу. Но если ты скажешь, что идет про эту женщину Мирьям, которая, как сказать, сменила веру и пошла к этим самым грекам. Мишум братея доконсинули кадидей. Из того, что одна дочка, там, одна женщина такую вещь нехорошую сделала, делаем на всю мишмару, на все это самое, делаем такие эти самые, как называется, штраф. Почему так делается? Омарабай сказал бы ин, да. Почему? Кадам раинша. Потому что так принято в народе говорить. То есть такая поговорка, петгам. Шута да инука бы шука. Если ты слышишь разговор ребенка на рынке, то есть на улице, где-то ребенок о чем-то болтает. Почему он так болтает? О да во, о да имей. Потому что, так сказать, это самое. Либо слышал от дома, либо от мамы, или от папы. Спрашивает Мара, Мишума ву, имей консин ли кули мишмара, из-за того, что там папа и мама, даже если так скажешь, папа и мама — это один конь, там было, там не знаю сколько, десятки коней или сотни коней, не знаю сколько было в каждом мишмаре, было много коней. Из-за того, что один там конь, у которого была такая дочка, даже если так скажешь, он сам так говорил, такое это самое, у Марабай, ой ли Раша, ой ли Шкину. Потому что сказали мы уже, что у них плохо, негодяю плохо его соседям. И поэтому арестовали все это самое. Здесь есть, как сказать, здесь, помните, строй стандарт, здесь объясняет такую вещь, очень, она, как сказать, понятно, что мы видим очень много людей, больших цадиким, у которых дети большие негодяи. И далеко не всегда, как бы, как называется, а родители виноваты в этом. Есть у детей есть своя, как называется, свобода выбора. И совершенно мы, как сказать, мы видим иногда, что это вещь, которую, как сказать, не знаю как. Как мы уже видели про это самое Дафайоми, про Хискияу. Он видел Бороха Койдыш, он сделал все, что может сделать, несмотря на то, что вышел Менаше, который убил своего дедушку, сказать, что в этом виноват. Как сказать? Пакитши Драхмана Лама, нигде написано, что Хискияу за то, что у него родился такой Менаше, как это был наказан. Наоборот, за то, что он пытался это предотвратить, он был наказан, как бы. Теперь, как это объяснить? Значит, есть интересная такая вещь, которая объясняет, по-моему, Рабсуру Исландер, она, которая как-то здесь как бы очень слышно, очень хорошо в этом море. Что если бы она была просто, как сказать, Эмира Дата, изменила веру, то до этого никого не наказывали. Даже если она вышла замуж за кого-то там из идиота, стардиота, не знаю кого там, это тоже еще не причина наказывать. Но что? Есть такая вещь, что это вещь, которая проверена уже много раз, что даже человек, который был религиозный, стал нерелигиозный, есть такие люди, Рахамон Ацлан, к сожалению, есть такие люди, то, что дома было важно, он никогда не будет, это не может, это лазальзель. Не может, если то, что дома было очень важно, он не сможет это, как сказать, отменить. Я не знаю, что. Мы сегодня это видим очень хорошо. Сегодня есть куча у нас в Израиле нерелигиозных людей. Несмотря на это, из них большой очень процент из израильтян, я говорю, они соблюдают Йом-Кипур. Йом-Кипур они не едят, ничего. Почему? Потому что их дедушке это было очень важно. Они все отменили, все это самое, все съехали. Все в шаббат, они ездят на машину, рахмон ислам, все что угодно. Ничего не это самое. Курят, я не знаю, что делать. Но в Йом-Кипур они не это самое. Почему? Потому что то, что родители было важно, они это самое. Если она могла сказать такое про работу в храме, лукус, ламо это самое, значит, родителям в храме была работа не важна. То же самое, что опоздали. Почему они опоздали? Потому что для них это была вещь, которая она не была у них, как называется. Для этого не было важно. Поэтому, поскольку это так, то мы доказываем самое. Не за то, что она, если она изменила веру, это вещь, которая седер, это вещь, которой никто не сказал, что родители виноваты. Если она вышла замуж за этого идиота, сердиота, это вещь, которая тоже бывает такие вещи. Далеко нельзя вести. Но если она сделала такую вещь, значит, в доме работа была неважна. Если она пошла на мизбех и стала топать по нему и кричать «лукус», это значит, что в доме это вещь, которая не имела никакой смысла. Потому что иначе она... ценности. Иначе бы она такого сделать не смогла, несмотря на то, что она сделала всякие жуткие вещи, которые, может быть, даже хуже, чем-то. Я не знаю, как-то не буду сравнивать, неважно. Так и говорим. Тов, значит, Оля Рашава Вершино, сейчас дражим заканчиваем. Шинеймар, как написано, Мрула Цадики Тов, Киприма Лелегейм Юхелю. Здесь наоборот, судя по смыслу, написано, что, так сказать, хорошо ли Цадик Китов, потому что Прима Лелегейм Юхелю, это хоро не это самое. А Оля Рашава Вершино, это самое, поэтому наказали всю Масахат Бильгу.
Адан Аллах Халил Васликала Масехет Сука. Адан Аллах Халил Васликала Масехет Сука. Халил Васликала Сука. То, Зрадашем, закончили Масехет Суку. Сейчас скажем Адран.